тяжелая игра была, третий матч подряд мы играем за 3 дня. Старались попроще играть. Физически тяжело было. В начале матча не все получалось, в первом периоде это с усталостью связано? Ну, только сейчас предсезонные турниры идут, поэтому пытаемся на игру найти. Тяжело, конечно, было тяжело, с усталостью связано. Большое количество удалений с обеих сторон. В чем проблема? Ну, летний хоккей, где-то кто-то не успевает, где-то кого-то цепляет, с этим связано. Перед матчем было заметно, что многие хоккеисты общаются с игроками других команд. Наверное, вот на таких турнирах как раз и важно увидеться, пообщаться со своими друзьями старыми тоже. Ну, в любом случае, конечно, с кем-то видишься, общаешься, не без этого, нормально.